Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Зачастую носители этого имени становятся состоятельными людьми благодаря своим оригинальным и смелым проектам. Звук L дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Отправиться за 3-9 земель, устанавливать торговые связи, прахтовать рыболовецкие суда, исследовать глубины океана на научном судне – эти люди счастливы, когда они оказываются в своей стихии и, как правило, не мечтают ни о чем другом. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Буква Т дает человеку настырность, наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Иногда владельцы этого имени склонны к самообману, выдавая часто желаемое за действительное. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой К мешает им осуществлять намеченные планы. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.